Перископ майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем салам. Что-то меня не обновляются комментарии как-то. А вот пошли. Плохо слышно, потому что я вниз говорю так. Это мой татуировщик любимый. Константин. Любимый мой татуировщик. Приходите все, но все не надо, но кто хочет качественную татуировку, я думаю, к этим ребятам Космо Тату Студия. Это, конечно, и реклама, но чисто от себя советую. Потому что из всего того хлама, что у меня есть на моем теле, самые качественные татухи я делал именно у Константина. Самый качественный хлам – это Костин хлам. А там он еще где-то, еще один там персонаж мой. И... Я рассказываю, что да как. Новенькое будет. Написал несколько песен новых. Сейчас на днях поеду пропишу их. Вообще, не, я просто так лежу неудобно. Поэтому голос такой не охрип нифига. Надеюсь, за лето закончу альбомы. Осенью выпущу его в Украину. Когда у вас сменится правительство, там, или что-то вы решаете, тогда я приеду. Следующий концерт 19-го в Череповце. Больно, да. Фото будет потом уже, когда вся спина будет доделана, там и какими-то кусками. Бейба моя где-то у друзей, по-моему. Почему-то комментарии у меня как-то внизу не прокручивается новое. Клип на трек «Скажи» недели через две, наверное. Сняли стрит-видео с Слимом, Ридесом, Мафоном в Таллине. Не сказал бы, что там что-то вау, какой-то клип. Но сняли что-то, да. Дочку. Хочу, наверное. Но мне кажется, не готов. Хули молчишь, бля, иди ты нахуй. Отдыхать уезжаю скоро на месяц. И ничего нового. Все туда же летаю, куда всегда летал отдыхать. К Максу Коржу нормально отношусь. А чё ты не смог относиться к нашу школе? Привет, привет, привет.
одежду, все нормально. В Белоруссии был уже недавно концерт, были в Гродно и в Минском. Питер же тоже был вот недавно вообще. Привет, Луганск, привет. Нет, я не в деревне, в городе сейчас. Пастором, да, была у нас уже совместка с пастором. Что-то они, походу, на другой волне, ребята, сейчас. С Фастом я бы сделал бы совместку и с Козяном. Ребята, вот вы спрашиваете, там, Тамбов, Барнаул, я... Смотрите, следите за афишами, за рекламой. И все узнаете. На массаже, да. Кровосток крутые. Ой, блядь. Ты с таким еще милым лицом это делаешься, сидишь? Ну, как? Массаж. Ну, массаж, да. Уфа, да, скоро. Скоро подкину пару трючков для любителей старого муфа, как раз. В старом стиле. Что-то я подумал, далеко не буду ходить, а попробую. По классике. Бью, сейчас бью дом. Бью бабушкин дом на спине. А еще у меня, смотрите, какая опухшая щека. Мне удалили два зуба мудрости. Медленно. Буду сохранять. О, Ленок, привет. Тетя Лен. Как жизнь? Здоровье нормально. Потихоньку. Занимаемся здоровьем. Денчик. Ты где? Иди сюда. Передай привет вон людям. Привет, люди. Вон 3700 человек. Че пишет? Ну как любят меня все пишут, я охуенный. Подлизу. Не, конечно, пишет, слышь, хули молчишь, блядь. Фу, какой ты старый стал. Ну кинь салам по-братски Алану, Таулану и Ратику. Mm-hmm.
Здорово, мужик. Клип скоро будет. Скоро я вас еще удивлю в ближайшем будущем. Еще одним своим продажным ходом. Ага. Да, Леха, видок, конечно, у тебя. Я твою маму ебал, ну просто. Просто я твою маму ебал, блин, класс. Вообще, обожаю. Лучшие комментарии. Это просто самые такие читаю. Самые лайтовые. Салон Космо Тату, там в сторис я выкинул. Если что, по ссылке пройдите, посмотрите. Леша, бань долбоебов. А как, я не знаю, как банить можно из прямого эфира. Я не могу же взять человека и забанить его. Вот, например, сейчас какой-нибудь говнюк мне напишет что-нибудь. Новый альбом осенью, ребята. Ну напишите кто-нибудь, дайте я попробую забанить. Напишите мне какую-нибудь хуйню. Да, я знакомство подумал. Нарцисс мне пишет, блядь, почему нарцисс? Подходят два еще, смотрите. Да. Ну чё ты? В своих луноходах? Передай привет вам. Привет. 4000 человек. Диджей, скажи привет, люди. Привет, народ. Привет, Митки. Скажи, что привет. Скоро что у нас? Скоро привет, J-Club. Бич. 1 июня. 1 июня, да? 1-2 июня. 1-2 июня. Арма Курская. Арма Курская. Брус сейчас привезли. Информейшн. Видел с вами, какое пукша ебало? Да, видел. Побатлить желания нету. Не буду палить, народ, там только начали. Да, все стареют. Хорошо, что вы все молодеете. И с каждым днем выглядите все только лучше. Но я посмотрю на вас, когда вам будет 38 лет. И будете ли вы вообще существовать 38 лет. С лицом у меня удалили два зуба мудрости вот здесь. Поэтому у меня 3 дня будет отек такой. 4. Ебло у тебя, блядь. Киплан, блядь. Сейчас я домой прописка пиво допиваю, мне не нравится. Не, я хорошие читаю комментарии, но там в основном ручки или какие-то сердечки. Сердечки? Ну вот сразу два, да, удалять нельзя, но мне удалили сразу два, потому что у меня срочная ситуация. Привет, Настюха, привет. Нет, это не виниры.
всегда у меня была Honda Civic. Я вас тоже уважаю и люблю. Благовещенск далеко. Да, в Израиле буду летом долго. Нет, не могу я так сделать, как ты написал. Техник, но не близок он особо, общаемся. Не друг, прям, но хороший товарищ. Не заболел я там, так, может, после этой операции на зубы. Не очень себя чувствую. Новую машину зовут Пабло. Я не знаю, где мой мама плана взять. Без понятия. Ай-яй-яй. Что-то был. Пойдем. Все, ладно. Давайте, ребята. На связи.